Нет, на самом деле это ужасно. Я, кроме шуток, это... Там, я наш плачет. Там едет крыша немножечко. Потому что окна... Отсутствуют. Отсутствуют. Ну, есть, но там темнота за окнами. Ты не видишь утро, ночь. Да. И это очень влияет. И уединиться негде. Я извиняюсь, даже в сольном исполнении. Хорошо, что это было просто... Извините, пожалуйста. Но ты, по крайней мере, говоришь честно. Да. Это первый вообще человек, который не побоялся. А для вас это проблема, потому что вы всегда на виду. У вас нет права на вот это вот личное даже пространство. Нет, ну на самом деле вопрос, извините, мастурбации на «Фабрике звезд» поднимается впервые.